Друзья, всем привет! Сегодня я буду производить раскладку плитки на пол в ванной комнате. Буду ее производить на 2/3. Ну, как это и для чего это будет сделано, смотрите дальше в этом видео. Поехали! Вот это все плитки, 7 штук, были взяты с одной коробки. И если приглядеться, то видно, что размер каждой плитки отличается от предыдущей. Вот здесь вот у нас на миллиметр больше. Здесь это тоже на миллиметр больше предыдущей. Здесь уже на 2 миллиметра. А по этой стороне плитка уложена вся ровно. То есть получается, каждая следующая плитка больше предыдущей где-то на миллиметр, на 2. Но если взять, допустим, вот последнюю плитку и приложить ее к первой, то мы уже имеем разбег где-то 3 миллиметра. То есть если укладывать эту плитку просто так по прямой раскладке, то вот эти швы у нас будут всегда, то есть швы уже не будут пересекаться, и везде швы будут разные. Для того, чтобы избежать вот такой вот неприятности, я предлагаю раскладку на 2/3. То есть мы сейчас даже не в шахматном, то есть не в кирпичной кладке, а будем раскладывать на 2/3. Будет это выглядеть примерно вот. Мы берем, делим плитку на три части и раздвигаем их на 2/3. То есть 1/3 мы оставляем, а 2/3 мы закрываем уже следующей плиткой. И вот таким вот способом мы избегаем того, что швы у нас не будут пересекаться, и размер плитки в этом случае уже для нас будет не важен. По длине, по ширине все плитки практически одинаковые. Ну, то есть визуально это не будет заметно. Так, ну что ж, плитка у меня есть. Сейчас я замешаю клей и начну раскладку от этого угла. Начиная от этого угла, и на пороге уже закончим тем, чем закончится. Потому что дальше у нас пойдет уже кварц-винил. Ну, то есть, как вот плитка закончится, от нее уже стартует кварц-винил. Я мог, конечно, начать раскладку от порога, но просто в этом смысла особого нету, так как проем у нас широкий, и уже там, где закончится плитка, особой роли не сыграет. Thank you.
произвел укладку первых трех рядов керамогранита. Так, как я и сказал, первая плитка 60, вторая на 20 сантиметров короче, третья еще на 20 сантиметров короче. И получилась вот такая вот лесенка у нас. Ну и такой рисунок повторяется на всем протяжении нашей раскладки. Ну и там в конце уже получаются подрезки такие 33, 13, 33, 53, ну 52. Везде может быть по-разному, потому что длина плитки у нас отличается. Как я уже говорил, она где-то миллиметр, 2, 3. Ну, в общем, углубляться в эту ситуацию не будем. Данную плитку я уже укладываю не первый раз, поэтому знаю ее вот эти вот погрешности. И поэтому вот только такая вот раскладка может быть использована при использовании данной плитки, данного керамогранита. Так, ну что ж, вот так же вот три ряда уложил, теперь беру опять вот нарезал 20-40 и вот плитка 60, и теперь еще три ряда укладываю и опять продолжаю все в этом же самом духе. Ну, то есть здесь вот еще в углу мне придется немножко пофантазировать, чтобы подрезать плитку. Ну и дальше у меня чуть-чуть еще идет ровная раскладка с прямым подрезом. Так что смотрите дальше, и в концовке я уже покажу, что у меня тут получилось с этой раскладки плитки. Ну, плитка сама по себе интересная, но вот этот единственный вот момент размера этой плитки меняется. Это вот, конечно, не очень приятно, когда ее укладываешь. Вот если укладывать ее, допустим, вот так вот, ровно, то швы сразу видно будет, что они отличаются. И это не очень приятно. Так что такой вариант в данном случае спасает. Ну что ж, вот на этом и завершилась укладка керамогранита в ванной комнате. Как вы видите, все это сделал за один раз. А все это потому, что была хорошая подготовка, хорошее основание. Все углы у нас выведены в 90 градусов. Ну, то есть не было у меня никаких дополнительных лишних подрезок. Все у нас шло четко, ровно и без всякого геморроя.
Потратил я на эту укладку приблизительно где-то 5 часов. То есть начал я от того угла и завершил уже к выходу. И завершил я уже окончательно с полной укладкой керамогранита на пол. Вот так вот. В общем, все это реально. Сделать одну комнату, уложить плитку на пол за один раз. Это, конечно, получается редко, но все равно такое происходит. Так что вот вам результат моей работы за один день, даже за 5 часов трудового дня. На этом у меня пока все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на канале Перестройка. Всем пока-пока.